Привет, вы на моем канале Даша Кузнецова. И сегодня вам очень нравятся влоги «Мое утро» или «Мой день», или просто влоги. Потому что прошлый ролик, который я снимала вчера, он набрал, сейчас скажу сколько, он набрал 81 лайк, который я только снимала вчера. Вот, надеюсь, этот наберет еще больше. И сегодня у меня влог «Мое утро». Я сейчас только встала, еще не заплеталась и не кушала ничего вообще. Смотрю сейчас планшет и лежу на кровати. Ну, сейчас я уже сижу, видно, да? Сейчас я уже сижу и такая лежу себе. Вот, смотрела YouTube и смотрю, все снимают мой влог «Мое утро», влог «Мое утро». Но я решила, что бы и не снять, и вот сняла. Вот. Для начала мы с вами заплетемся, наверное, вот, потом покушаем, не знаю, что еще будем кушать, может, чай сделаю, не знаю, в общем, вот, мама, наверное, на работе, не знаю еще, в общем, вот так вот все у меня сейчас, просто сейчас, короче говоря, у меня такой мини-выходной, я вчера очень много работала, очень много роликов вылаживала. Вот, поэтому смотрите по ссылочке в описании. Я 3 ролика перед этим видео буду в описании. Вот, это будет идеи для ЛД и, возможно, уборка в моей комнате. Вот, я их уже выложила, и эти 2 ролика я вчера вот вылаживала, потому что вчера я еще до бабушки ездила, у меня тоже ролик выйдет, ждите. Вот, там, по-моему, ну, это будет для вас секретик какой там ролик, вот. Ну, в общем, будет ролик тоже. Вот, а сегодня мне нужно будет сделать этот ролик, что я сейчас снимаю. Этот ролик, что я сейчас снимаю, надо будет мне выложить. И потом мне нужно будет еще сделать уроки, потому что я на дистанционном обучении. Я в школу не хожу, мне нужно делать уроки. Иди отсюда. Вот, я в школу не хожу, я на дистанционном, повторяюсь, и мне нужно, ну, то есть, делать уроки дома, и я делаю, получается, еще больше, чтобы понять тему, которую они учат. Вот, и поэтому, ну, то есть, мне нужно еще плюс делать классную, домашнюю, еще плюс дополнительное, ну, и там еще дополнительный английский, я по интернету занимаюсь, и такое там... Ну, у меня немного сопли, но, так сказать, это у меня постоянно, потому что я только проснулась. Я сегодня специально пораньше проснулась, потому что я вчера задумывала снимать ролик, если честно. Сейчас я вам покажу, сколько время, и вы просто в шоке будете. Вот, вот сколько время. Вот, 8 часов, ровно 8 часов, ребят. Это мои часики в моей комнате. Маленькие такие часики. Ребята, вот смотрите. Часы маленькие, да? Маленькие. А кровать огроменная. Нормально тогда. И это я еще не на краю стою. Край вот тут вот. В общем, ребят, вот так вот. Я уже тут скоро до люстры достаю. Вот. В общем, сейчас я беру с собой планшет. То потом буду его искать. Где я его оставила. Так. Для начала я заплетусь, наверное. Да, сейчас я перезаплетусь для начала. И сегодня я ускорять не хочу. То есть буду все снимать так, как и есть. Вот сюда ключик. Вот, то есть я буду снимать все, как и есть. Так, сейчас будем заплетаться, ребят. Сегодня, так сказать, мое натуральное утро. Сколько я... Ну, утро, сегодня среда, да, у нас, поняла. Интересно. Интересно, интересно, очень интересно. Ай-яй-яй, как больно. Ай-яй-яй, как больно, я вчера голову мыла. Но у меня еще нужно мыть голову. Логично, почему? Так, я, наверное, сяду на стул, почему я вот это вот. Вот, все, нормально. Я, если честно, замерзла, поэтому я сейчас оденусь потеплее. Вот.
Мне еще сегодня нужно переписать будет. А, нет, не сегодня. Сегодня у меня тетради нету, смотрите. Мову нужно будет переписать мне. Математику можно. Тоже, наверное, надо переписать. Опять мову и опять математику. Поэтому буду сегодня заниматься уроками. Вчера я до 9 читала. У нас там очень много сейчас задают читать. Вот, надо сразу резинку на руку одеть. Вот, нам сейчас очень много задают читать, и я читаю, потому что больше, так сказать, делать нечего. У нас будут контрольные по этим сказкам. Так что мне нужно по-любому читать, читать и еще раз читать. Вы слышали этот звук? Я этот звук абсолютно не люблю, ребят. Ува. Вот, как раз таки я буду видеть, как я здесь себя расчесываю в камеру. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как же это больно, ребят, я в шоке. Так, нормально, вроде как без петухов. Спокойствие, только спокойствие. Здесь должно быть только спокойствие, ребят. Вот. Ай-яй-яй. Ё-моё, что же это такое-то, а? Так, сейчас еще поднизу, чтоб петушков не было. А то, как всегда, поднизу петухи, а сверху нету. Так, все, заплетаемся, ребят. Я свои волосечки расчесала. Свои любименькие волосечки. Которые я сейчас вырываю. Я постоянно так расчесываюсь. Все, я заплелась. Ё-моё. Так, сейчас я умылась уже, ребят. Вот, сейчас я намажу губы гигиеничной помадой. Вот такая вот у меня помада гигиеничная. Вот. Вот так открываешь. Чик-чик-чик-чик-чик. И вот такая вот она. Сейчас подсветку включу. Нормально с подсветкой? Да. Сейчас. Я в зеркало смотрю просто. Все. Мне скоро я буду снимать видео, делаю бокс для родителей на День Святого Николая, ребят. Уже скоро, уже скоро. Уже сегодня 25-е у нас. Это уже, ну, примерно через недельки 3 будет уже Святой Николай, где-то так. А я замерзла, я сейчас переоденусь и включусь. Я уже переоделась. Вот так вот я буду сегодня одета. Вот такой вот мой лук будет сегодня. Вот. Она такая вот, эта кофточка, я ее недавно купила. Вот она такая вот. Тепло, в общем, очень в ней. А, вот, ребят, в общем-то, сейчас я буду, наверное, кушать. Что я буду кушать, я еще не знаю. Сейчас я что-нибудь найду на Ютубе посмотреть. Для начала. Так. Что-нибудь, что-нибудь. Кстати, ребят, рекламирую канал А4, очень интересный. Вот, смотрите. Сейчас это реклама, сейчас. И всем привет! Меня зовут Влада4. И добро пожаловать! Подписывайтесь на их канал. У них сейчас 25,8 миллионов подписчиков. Вот, поэтому подписывайтесь. И, возможно, я его сейчас буду смотреть. Ой, господи. Так, что бы посмотреть? Вот. Всем привет, меня зовут Василиса Дованкова. Я буду смотреть Василису Дованкову. У нее
1,65, ну, самый, так сказать, бог Ютуба, это А4, поэтому я его и смотрю. Вот. Вот. Да. Так, в общем-то говоря, ребят, сейчас я буду кушать, а наш влог подходит к концу. Ой, что я заигралась. В общем, ребят, сейчас я поем, потом буду застилать вот этот весь бордель. Сейчас я вам его покажу. Вот, как я сплю. Это я вам показывала секрет того, как я сплю. Да. Вот. В общем-то, вот такие вот делишки. Вот. Сейчас я покушаю, застелю постель, потом буду делать уроки. Дочитывать сказку. Сейчас я вам скажу, какую сказку я дочитываю. У кого такой же учебник, ставьте лайк, ребята. Кто в пятом классе? Пятый класс — это просто ужас. Так, я здесь всего 30 разделов. Я только на 18-м. Это мне еще где-то 20. Нет. Мне еще где-то 10, вот так вот. Нет, мне еще где-то вот 13. Да, 13, у меня по-любому 13 разделов еще. Вот. Я в украинском классе, у меня разделы. Вот, я здесь, короче, про Алю, которая не доделывала дела. Ну, короче, я вам оставлю ссылочку в описании, кто хочет прочитать эту сказочку, или аудио, или еще как-то, но аудио интереснее, потому что там или еще есть мультик, наверное. Ну, не точно, но я думаю, что есть мультик, потому что, ну, потому что должен быть. Вот. А всем пока-пока. До новых встреч. Ребят, вот такое вот видео мое заканчивается. Всем пока-пока. До новых встреч.